Всем привет! Добро пожаловать на канал «Кухня на любой вкус». Предлагаю вашему вниманию рецепт ленивых вареников. Для их приготовления вам понадобится 300 грамм картофеля, его нужно отварить в подсоленной воде, добавить столовую ложку масла или домашних сливок, немного воды, в которой варилась картошка, и сделать пюре. Когда пюре остынет, добавить одно сырое яйцо и 50 грамм муки. Все тщательно перемешать. И еще 50-70 грамм муки понадобится на замес теста. Всего муки уходит 100-120 грамм. Тесто очень мягкое, поэтому его нужно хорошо обкатывать в муке, чтобы оно не липло к рукам. Раскатываем тесто в колбаску и нарезаем наши варенички. Варить в течение 2 минут после закипания в подсоленной воде. Мороженые вареники варить в течение 5 минут после закипания. Из одной луковицы и сливочного масла делаем заправку, и наше блюдо готово. Я желаю всем приятного аппетита. Подписывайтесь на канал «Кухня на любой вкус». Ставьте лайки, пишите комментарии и до новых встреч!